Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально недавно я выложил видео про то, как Полина открывала контейнеры «Собери их все». Если вы не смотрели, вот ссылочка. Переходите, посмотрите, это действительно интересно. Ну и плюс к тому, эту ссылку я обязательно добавлю в описании. Если у вас есть записи открытия контейнеров, шлите их мне на электронную почту, которую найдете опять-таки в описании к данному видосу. Я, короче говоря, посмотрел на то, как Полина это делала, и подумал, а почему бы и мне не рискнуть в очередной раз? Хотя мне из контейнеров, в принципе, ничего не выпадает. Я прям совсем не фартовый чувак, но у меня есть 4 талисмана золота, и если я куплю за полторушку 3 контейнера, собери их все, то максимум, чем я рискую, это 500 голды. В целом, для меня это 10 дней просмотра рекламы, не так уж и мало, но я готов рискнуть и с вами поделиться своим опытом в открытии данных контейнеров у себя на основном аккаунте. Переходим в магазине к контейнерам, покупаем 3 контейнера, собери их все, я держу пальцы крестиком, хотя понимаю, что навряд ли у меня что-то из этого хорошее получится. Ну что, поехали, тратим моих 500 голды, косарь все равно вернется. Ну а глядишь, если за 500 голды мне сейчас хоть что-нибудь выпадет из танков, это будет вообще просто круть несусветная. Итак, друзья, первый контейнер. Ну, понятное дело, ничего. Второй контейнер. Ну, давай, дай машину. Дай машину какую-нибудь, пожалуйста. Ну и третий контейнер, короче говоря, я с голым задом вернул себе назад 1000 голды и слил 500. Выводы делайте самостоятельно. Мне на контейнеры не везет. И если вы такой же нефартовый чувак, как и я, то я думаю, что вам не стоит открывать контейнеры и крутить рулетки. Я уже давно увидел, что есть игроки, которым постоянно что-то выпадает из рулеток, из контейнеров. Они постоянно мне присылают свои скриншоты, присылают свои видео. И они продолжают этим заниматься, и им действительно фартит. Я этим занимаюсь и всегда нахожусь в глубоком минусе. Ну, по крайней мере, на своем основном аккаунте. И в очередной раз убеждаюсь, что лучше зайти в магазин вот сюда вот, посмотреть, что тут продается по нормальной, адекватной цене, и купить интересующую тебя машину, не растрачивая свою голду на попытке достать кота из мешка, который еще под большим вопросом, есть ли в этом мешке. Единственный кот в мешке, из которого действительно вам кот достанется, но только какого цвета, это уже вопрос третий. Это мистический сервис. Сертификаты, но опять-таки их необходимо достать из мистических контов. Я побежал снимать специально для вас. Спасибо большое за просмотр. Минус 500 голды, но плюс, надеюсь, 500 лайков. Лайкни данное видео, если тебе понравилось и было интересно. Обязательно подписывайся на канал прямо сейчас и прожимай колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Побежал, друзья мои. А вам, как обычно, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.